Житель Анадыря обвиняется в реабилитации нацизма. В интернете в одной из социальных сетей 41-летний мужчина опубликовал материалы, оправдывающие идеологию нацизма. По данному факту следователи Чукотки возбудили уголовное дело. Подробности в сюжете Анастасии Сертон. Житель городского округа Анадырь предстанет пред судом за публичную реабилитацию нацизма. Одобрение идеологии военных преступников обвиняемый совершал путем публикации в сети интернет. По выявленным фактам сотрудниками окружного ФСБ оперативно была проведена проверка. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками регионального управления ФСБ установлен 41-летний житель города Анадырь, который с использованием персональной страницы в одной из социальных сетей в открытом доступе для неограниченного круга лиц разместил материалы и сообщения о героизации и реабилитации нацизма. Собранные материалы, свидетельствующие о наличии в деяниях 41-летнего анадырца признаков состава преступления, переданы в отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации. Они стали основанием для возбуждения уголовного дела. По версии следствия, в период с января 2015 года по октябрь 2021 года на персональной странице в социальной сети обвиняемого была размещена фотография военного преступника нацистской Германии с надписью, содержащей в себе публичное оправдание идеологии нацизма, которая продолжительное время была доступна неограниченному количеству лиц. В ходе проведенного обыска в жилище мужчины изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследуемого уголовного дела. В настоящее время следователями производятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Комплекс следственных, оперативно-розыскных и иных процессуальных действий в ходе расследования уголовного дела продолжается. Анастасия Сертон, Арсений Гусев, Вести, Чукотка.